Волонтеры из Щелковского отделения общественного движения «Молодая гвардия Единой России» оказали помощь семье военнослужащих, мобилизованных на СВО. К руководству муниципалитета обратилась Елена Шумакова. Ее муж, зять и племянник выполняют свой воинский долг в зоне военных действий на Украине. В их квартире на Дальнем Воронке потребовался ремонт. Активисты-молодогвардейцы приехали немедленно и принялись за работу. Самая старшая по возрасту и одновременно самая главная по положению в семье женщина Валентина Алексеевна оценивает работу волонтеров очень высоко. Сколько перетаскали мешков? Не ожидала такого просто. Не ожидала. Такую помощь семьям мобилизованных, как и другие общественные акции, среди которых и сбор необходимых вещей и предметов для отправки в зону СВО, щелковские волонтеры считают для себя сейчас самым главным делом. Ну вот смотрите, как по мне, вот допустим, если бы я был бы сейчас там, я знал бы то, что здесь помогают моей семье, то есть ребята из Молодой гвардии, мне было бы приятно, например, то есть... Как бы поднимает боевой дух, настрой, вот, и помогает идти дальше до победного. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.